округа Щелково, но и из других городов страны. На первенстве также состязались гимнастки из Санкт-Петербурга, Вологды, Москвы и с разных городов Московской области. Я занимаюсь уже 10 лет. Ну, я уже, можно сказать, живу гимнастикой. Ну, как бы не могу без нее. Кто-то не умеет эти трюки делать, а ты умеешь, и у тебя такая когда гордость. Когда там учат танцы мы. Да, хорошо, когда мы занимаемся там. На протяжении 2 дней соревнований девушек оценивала строгое жюри. Внимание было приковано не только к сложности программы и соблюдению всех элементов, но и к выразительному исполнению, к элегантности и уверенности. Самой младшей участнице соревнований 3 года, старшей 14. Самые маленькие девочки, они оцениваются только по упражнению без предмета. Судьи оценивают как исполнение, так и элементы, артистику. Все это складывается, получается общая оценка. Вот. А у старших девочек уже предметы, там оценивается и мастерство, и риски. Победители и призеры выбирались по наивысшей сумме баллов каждой возрастной категории. Гимнастки, занявшие пьедестал, получили медали, призы и грамоты. Кроме того, все участницы были награждены поощрительными призами. Екатерина Сусенко, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».